снайпер говно! Фу, новая карта параша! Фу, новое оружие вообще отстой! Раньше было лучше! Верните старые снайперы! Ну хорошо! Хорошо, если вы так просите, то я верну для вас старые снайперы. Хорошо, так уж и быть. Посмотрим, как вы оцените их и насколько они вам нравятся. А с новыми снайперками, с новым оружием и с новой картой я потом забабахаю новую рубрику, которая не будет никак сочетаться с снайперами. Поэтому, если вы рады то, что выходит новая серия снайперов, если вы рады пиу-пиу-пиу, с вас огромный лайкусик. Я знаю то, что вы, ребята, меня частенько просите записать вот эту рубрику, поэтому каждого из вас я попрошу поставить огромнейший палец вверх прямо сейчас на вот этот ролик. Давайте наберем как можно больше лайков в честь Нового года, и если мы это сделаем, то я обещаю то, что новая серия снайпера прям выйдет так быстро то, что вы даже не заметите. Поэтому я готовлюсь. Сейчас будет просто дикое мясо, поэтому заряжаем свои автоматы, пулеметы, снайперки и в бой. Погнали. Пацаны. Пацанчики. Без F5, без F5, без F5, напоминаю. Кто с F5, тот пищулька. Да, согласен, соглашусь. Тут же ножик этот проклятый, да? Не, дебильный. Проклятый ножик. Да как? Зараза, дебил! Дебил! Ой, я убил тебя! Ну это было, я вам так скажу, это было очень легко. Игорь, что ты делаешь? Что ты делаешь, Игорь? Я тебя убил, а ты зачем меня убил, придурок? Нехороший ты человек, Игорь, нехороший. Сам редиска. Так. Hello, motherfuckers. Угу. Тот раунд был не в счет, если все это понимают. Не в счет. Не в счет. Не в счет. Кому понравился раунд, ставьте лайки. Вот. Мне он лично очень понравился. Мне на самом деле нет. Мне вот не понравился. Не знаю почему. Ты убил Игоря, молодец. Это да. Игорь меня убил. Тоже Игорь, молодец. И это честно? И это хочешь сказать честно? Ребят, хорошо работаете, молодцы. Выполняйте свою работу очень даже хорошо. Good job. Ай, говно! Почему ты его не убил? А почему ты меня, да, не убил? Ляху пробил, прям по жопе стрельнул мне. Кого пробил? Ляху пробил. Ляху пробил я ему, понимаешь? Ляху. Ляху меня пробил. Ляху ему пробил. Жека, что делать? Что делать? Игорь, выпей зелья, пожалуйста, пожалуйста. Да, выпей, пожалуйста, зелья. Пожалуйста, зелья, выпей, пожалуйста. Я не скрываюсь от людей, которые живут в этом городе. Выпей. Зелья, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста! А-та-та-та-та! Иди сюда! Да! На, ебо! Я обожаю это. Я он заколебал, тоже. С ним вообще скоро играть никто не будет, дружить даже, поймайте, он все равно выиграет. Нет, нет, пожалуйста, не надо. 1-1-0. Да-да! Что? Вы гоните? Ты знал, где я, ты знал! Ну да, я видел твою снайперку, как она там торчала! Сколько секунд прошло, блин, ты знал, ты знал! А ты меня видел, получается, когда я еще прятал? А если бы я видел, я бы тебе сказал! Ну ладно. Я бы не настолько, я не столько предатель, как ты думаешь. Я охренел, вообще поворачиваюсь, бах, иди сюда. А я вижу, там снайперка выходит, такая гуляет, а-а-а, все понятно, все понятно. А ты успел выстрелить? Нет. Я еще, я даже не прицелен был, я просто ходил. Тогда вообще хорошо. Я тебя видел, зараза, я не успел прицелиться! Ебой, ебой, ура! А, да, победил. Ты колебал! Я еще никого не убил за эту серию. Можно кого-нибудь? Пожалуйста. Пожалуйста, я немного попрошу. Просто кто-нибудь умрите, пожалуйста. Так в смысле? Так у тебя счет один. У всех один. Ну я еще никого не убил. Что ты выигрываешь? Ты молодец. Я молодец, да, но я еще никого не убил. Как вы сами все делаете, вот поэтому. Игорь, мы, конечно, дебил. Понимаешь? Да. С этим я соглашусь. Правильный ход мысли. Что ты никто нигде не выглядывает, я не понимаю. Я выглядываю, а вот вы нет, допустим. Да! Это где было? Это где было, зараза? Ай, а я еще, Игорь по мне стреляет. Где ТПЛ, паскуда? Ну, тихо, не пали меня только, не пали меня. Офигеть. Так, хорошо. Не понял, что происходит, что он поет.
пусть он не поет. А где Игорь? Я тебя тоже раз за 4 ударил, у меня 2 хп стало. Капец! Ну ты, Игорь, баклажан, честно тебе скажу. Ну ты баклажан, да так 2-1-1. Напряжная ситуация, 2-1-1, 2-1-1. Вылазьте, мошки, давайте. Давайте, вылазьте. Да мы вылезаем, все вылезаем, все вылезли уже, все уже вылезли, все. Как? Подожди, ты знал, где я или что? Нет, в смысле? А кто кого убил? Я убил Игоря. Я успел нацелиться, он выстрелил уже. А где он был? Капут, Игорь, ты ж... Игорь, ты в HP уже? Так, ты уже на моем месте оказался. Как ты это делаешь, придурок? Как ты на моем месте сейчас оказался? На каком твоем месте? На моем месте ты сейчас стоишь, дебил. Нет, ты вот там был. Куда сейчас? Нет. Да. Нет, ты дебил. На башенке был? Нет. Да. Нет. В смысле нет? Че ты меня тут заливаешь, ёлка понять? На твоем месте оказался. Давай, я сейчас убиваю его. Кто на чьем месте вообще было? Он какую-то хрень несет, забей просто. Не понимаю, ваш П. Я тоже не понимаю, что происходит. А кто, где, что? Я не понял. Блин, а может Дедька на моем месте? Ничего не вижу. Жека на твоем месте? Да, я на его месте. А если он убиваю? Жека, а типа я знаю, где его место, где твое место, да? Жека, а где же? Мне кажется, сейчас как-то неожиданно сдохну, потому что мне кажется, ты знаешь, где я. Вот так начинаешь набивать, и заглядываться начинаешь. Что за хрень? Понять. Тура! Ой. Что у меня напрягает, я не понимаю. Шевелится на весь текст, ты думал. Я так тут руки подиспотели уже. Жека, дебил! Чё он сказал, руки подиспотели? Деспасито! Подиспотели, понимаешь? Подиспотели, да. Мне кажется, Эдисон больше понимает, чем ты. Ты так думаешь? Да, Эдисон, только зачем ты сюда залез? Я упал случайно. Да, он упал. Кто упал? Откуда упал? Поставить лестничку? Да. Если. Ага, так, упал куда-то. Упал я, да. Эдисон, давай. Так, подождите, куда я забрался? Куда ты мог упасть? Куда я мог... Ядрить мой... А что произошло? У меня полсердечка осталось. Не понял. То есть ты выжил? Куда ты делся? Физически, да. Да, я понял, куда ты делся. Физически я выжил. Да. Где ты вообще? Ну, подожди. Психологически я уже давно умер. В смысле, что происходит? Можешь мне объяснить? Сложное такое всякое у нас тут. А шо такие? Не, давайте так, хотя бы скажите, ты за пределами карты, что ли? Ты на карте? Если он на карте. Карта Майнкрафта, она безгранична. Да ты заколебал, Жека! Да я не стрелял! Сейчас и не я был. Это все, конечно, так-так-так, но я не знаю вообще, где ты. Ваш П где-то. Ха-ха-ха-ха, не знает он. Что ты знаешь? Не знаю я где ты, я честно говорю! Не знает он, не знает. Я слышу, что кто-то стреляет откуда-то. Так это не я сейчас стреляю. Угу. Так ты не можешь чисто теоретически стрелять, потому что не надо так делать. Сраный Игорь. Вот сейчас тоже ты стрелял? Твою мать! Да что происходит? Это дебил, ты понимаешь, он без инвиза летает и просто стреляет. А, я уже без инвиза, у меня он кончился, извините. Я не знал. Откуда? 2-2-1. Да, Игорь? Так. Сложно. Как так? Я вам честно говорю, я еще не вылазил. Я жду, пока кто-то кого-то убьет. Давайте, вперед. Ага, Эдуарду Пересиану был спален. Ага, ты тоже был спален, Игорь, если что. Это неплохо. Это да.
это я соглашусь, только я сейчас не знаю, где ты. Ваш Пэй, не знаю, где это ты. Это тоже неплохо, да? Это тоже неплохо, да. А ты не заметил, что у нас тут шпион появился, который молчит всю серию? А, кстати, да, мы забыли про Жегу. Не, я... Ах ты ж падла! Я не забыл про него. Не забыл. Игорь, сейчас твоя очередь. Твоя очередь выходить, потому что я не знаю, где ты. Ты был там, да, но сейчас где ты? Игорь. Где я, Элис? Где я? Так, вылазь, говно, давай, жопа. Я уже вылез, я уже оббежал всю карту, Игорь. Я, конечно, все понимаю. Я тоже. Ага, вон он, все-таки там же остался. Где там остался? Признавайся, зараза, ты где? Привет, Эйсон. О, как ты по мне попал? Ты дурак? Я бежал, дебил, ты понимаешь? В движущуюся цель стрелять нельзя, это запрещено правило. Да, но я-то умею стрелять, понимаешь? Я знаю, как траекторию просчитать, понимаешь? А я знаю, что нужно делать. Что? Нужно ставить лайк. Да, потому что у нас счет 3-2-2... Как? 3-2-2, как обычно, да, 3-2-2. В общем, в следующей серии у нас будут новые снайперы, если вы хотите. А если не хотите, значит будут старые. Все зависит только от вас, поэтому пишите в комментариях, какие вы хотите. Ставьте лайкусь! Ну а лайком новой серии, обещаю. Да, подписывайтесь на канал и на инстаграм. Ссылки есть в описании. На этом все, ребят. Всем пока. Всем пока.